сейчас смотрит это видео. В этом сюжете я хочу ознакомить вас с таким интересным, необычным отелем под названием Рекорд Аквадар. Что же это за отель? Ну, если верить информации из интернета, то это Витапарк. Также это курорт. А еще это спа-отель. А если верить указателям на дорогах, по которым мы едем, это санаторий. Санаторий Аквадар. Ну, санаторий это из прошлого. Что же настоящее? Где же оно находится? А находится оно вблизи поселка Маньковка Черкасской области, недалеко от трассы Киев-Одесса, ну или Одесса-Киев. Это кому как больше нравится. Мне так больше нравится второй вариант. От Одессы это 300 километров, от Киева почти 200. На территории Черкасского лесничества и занимает площадь 160 тысяч квадратных метров. Опять же, ссылаясь на информацию из интернета, оговорюсь, это экологически чистый курорт. Но я с этим на 120% согласен. Действительно, воздух здесь ну просто звенит, чистейший. Природа изумительная. Особенно в октябре месяце, когда все окрашивается палитрой красок, так и хочется снимать, рисовать, гулять, дышать. Ну, то есть, все, что душе угодно. Ну, хватит летать, пора уже и на землю спуститься. Начнем наше знакомство с визитной карточки центрального входа. На подъезде к проходной вас встречает странная скульптурная композиция в виде лежащего быка и женского силуэта между его рогами. На что автор намекал, не знаю, только остается догадываться. Ну, идем дальше. Вот и наш вход. Пандемия внесла свои коррективы и во внешний облик постояльцев, и в содержание услуг. Даже в количество звезд на фасаде административного корпуса. А соответствует ли услуги этим трем звездам? Ну, это мы сейчас и попытаемся выяснить. До пандемии здесь было очень даже многолюдно. На рецепции становились в очередь. Пока вы ждете своей регистрации, можно ознакомиться со всей сетью отелей и ресторанов компании Records в Украине.
Расселение осуществляется в трех уютных оригинальных особнячках. На пороге встречают радушные, очень симпатичные и приветливые хозяева. Ну, номера выглядят примерно одинаково, с той лишь разницей, что чем выше, тем дороже. Недостатки в номерах тоже однотипные. Площадь номера меньше нормативного, ну а отсюда и все остальные уже недостатки. Вместо двух стульев, которые положено в двухместном номере, один. В шкафу вы не найдете дополнительного одеяла и дополнительной подушки. Вместо 10 плечиков, как положено для двух жильцов, ну, количество может быть разное, но только не 10. Меньше, естественно. И подставки под багаж вы также здесь не найдете. Но зато есть в шкафу мини-сейф. В мини-баре много всего, ну, естественно, за него же надо платить. Но если вы вдруг заметили в мини-баре бутылку коньяка, то не думайте, что она из мини-бара. В санузле вы не досчитаете салфетки для лица и одноразовых предметов личной гигиены. Но зато есть фен. В трехзвездочном отеле в номерах фена не положено. Телефона для связи с рецепшн вы также в номере не найдете. Ну и еще кое-каких мелочей не досчитаетесь. Ну, пора уже на этот завтрак. Идем в наш пищеблок или ресторан быстрого самообслуживания. Сначала посмотрим, как кормили год назад.
Ну а теперь посмотрим, как в октябре 2020 года. Как повлиял COVID-19 на ассортимент? Да никак. Киви не стало, но зато салат-бар стал разнообразнее. Хлеб любой и диетический в том числе. Ну что, позавтракали, куда дальше? Ну, в спа. Это ресепшн. Это зал отдыха. Душевые и бочка с холодной водой для перегревшихся. Инфракрасная сауна. Понтийская сауна. Финская сауна. Русской бани нет. Дискриминация. Бассейн. Небольшой, но достаточный. Thank you.
японская бочка с горячей водой. Залезешь Иваном дураком, а вылезешь Иваном царевичем. На втором этаже находится фитнес-центр и массажная студия. Сам массажем не пользовался. Пользовались и женщины. Вот у них надо впечатление и узнать. Пробежимся быстренько по шале и пойдем дальше. Заказывать ничего не будем. Итак, какие наши следующие шаги? Давайте заглянем на детский майданчик. Теперь детский игровой центр. Батут – излюбленное место детей дошкольного возраста. В летнее время работает и детская комната на первом этаже спа-центра. У взрослых излюбленным местом отдыха летом является саммер-пул и бар. А также два открытых бассейна. В зимнее время и осеннее они, к сожалению, не работают. Thank you.
все отапливается исключительно дровами. Ваша машина все 24 часа в сутки под надежной охраной. Ну а дальше куда? Я предлагаю тропу здоровья. Можно пешком. Заодно грибочков собрать на свой страх и риск. А можно на велосипедах. На обратном пути не забудьте заехать на сеновал. А также, если у вас есть время, постарайтесь спланировать поездку Дендропарк Софиевка. Если вы не ограничены транспортом, в дом-усадьбу графов Шереметьевых, Рышкиных, а также Букский каньон. Ну а кроме этого, посетить в селе Моренцы дом-музей Тараса Шевченко, также заехать на Жашковский конный завод. На этом я свой рассказ заканчиваю. А вы, если заинтересовались, поезжайте, посмотрите, отдохните, развлекитесь. Не жалейте денег, они ничто. А здоровье все. Удачи!